Мелиораторы. Где прошли они? Через леса, пески, болота. Там колосится рожь. Плодоносят сады. Сегодня они собрались здесь, на опытном поле под Ленинградом. 27 бригад многоковшовых экскаваторов из 16 областей Республик Российской Федерации. Собрались, чтобы вести борьбу за право называться лучшим экипажем по укладке дренажа. Мастерство мелиоратора определяется и потому, насколько точно разметил и вырыл он траншею, и как уложены в ней трубы, и, наконец, сколько времени затрачено на работу. Впрочем, время для всех отведено равное – 150 минут на два захода по 300 метров, а результаты – по сумме мастерства. Золотая медаль у мелиораторов Московской области. На втором и третьем местах – ленинградцы. Лучшим молодежным экипажем признан экипаж вологодцев.